В Люберцах на Смирновской улице демонтировали еще один торговый павильон. Договор с индивидуальным предпринимателем на право размещения этого несанкционированного торгового объекта заключен 7 лет назад. Однако в ходе мониторинга территории округа в этом году выявлено, что специализация павильона не отвечает условиям договора. Внешний вид не соответствует требованиям архитектурного и художественного облика, утвержденного на территории Люберец, а прилегающая территория находится в ненадлежащем состоянии. Было выдано требование представителю собственника, установлен срок для добровольного приведения в порядок данного торгового объекта. Этот срок составлял 10 дней. По истечении этого срока были выявлены нарушения неустраненные, был расторгнут договор, выдано требование о демонтаже данного объекта. Сегодня мы видим производимый демонтаж представителем собственника в добровольном порядке. На территории округа уже обследовано более 50 несанкционированных торговых объектов. Из-за выявленных нарушений 10 павильонов демонтируют в ближайшее время.